И всем здорово, с вами снова Криведи. Сейчас мы продолжаем играть в Infamous Second Son. Остановились мы на том, что пощадили Хэнка в предыдущем моем летсплее по Infamous Second Son. И я обещал записать сражение с Августиной. И вот, собственно, скоро, по идее, после Хэнка оно и должно произойти. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь. Встретил я свою старую знакомую, кому я заливаю. Нет, я бы на самом деле справился и сам без этой неоновой обезьянки. Но думаю, ее помощь мне все равно не помешает. Дымовухи новые, хорошо. Так, их тут что-то очень много. Ну, как прям пиночек такой ему прописал отличный. Так, на тебе. А я как-то сквозь него вообще, он проходит у моей цепи, а не она его в какие-то шары она их облачает. Вон, прям вниз улетел куда-то. Так, на, все. Пошли дальше, хватит стрелять. Да ладно, кто-то еще жив? Он же в этом, в окове неонов. Как он стрелять умудряется? Поглотить дым? Нет, дым мне пока не нужен, я его пусть не тратил. Так, окей, куда нам дальше? Давай, показывай. Чё ты делаешь? Эй, мне больно, наверное, я не знаю. Куда ты? Куда она упрыгала? Так, ну... Слушай, ты мастер паркура, а мой герой не совсем в этом профессионал, поэтому я постараюсь как... Блин, я не долечу... А, вот. О! Отлично! Только бы получилось, я вот тоже на это надеюсь. Потому что если не получится, я же упаду вниз, а там, высота-то большая. Падать будет больно. Так, уже похоже на какой-то... Да они просто лохи. Давай что-нибудь посерьезнее. Лохи они. А ты? То есть, они меня как бы уже завалили один раз, я просто этот момент вырезал. Вот, это... Вообще, сейчас было очень круто, я сейчас вот... Этого попробую так же пнуть. А, нет, он улетел в шару, в своем волшебном неоновом шару, куда-то он улетел. И мы продолжаем их валить. Их тут очень много, хоть они и лохи, как сказала нам обезьянка неон. Куда он упал-то? Ну, елки. Давай, на. Как всегда, эти помощники в играх, типа какой-нибудь Call of Duty или Battlefield, ничего не могут, если ты сам ничего не делаешь, что... И они, соответственно, тоже. Так, окей, опять эта дымовая фигулина, куда нам... Ой, нет, а, вот, да, сюда. Я, на самом деле, просто прыгнул рандомно и только в последний момент увидел вот эту приступочку. А, так. О, ты куда? Что-то я вот туда, что ли, я не знаю. Как-то наверх надо подняться, наверное. Потому что... Отлично, то есть она еще... Вот так, вообще отлично. Расфига... Ой, нет, нет, только не окольцовывание ног. Это самое противное, что они умеют... Вообще странно, почему они это умеют. Они ловят проводников таких, как я, и сами обладают такими же способностями. То есть это получается как-то... А, схватил все-таки, урод. И мне больно. Хватит меня бить. Свои тут какие-то сюрикены размером с себя поставил в землю. Блин, их там очень много. Я не знаю, что... О, мне надо поглотить дым, поглотить дым. А, ну все, я уже хильнулся, поэтому мне дым уже не особо нужен. Хотя, нет, не трогай меня своим пончиком. Я не знаю, что это, хулахуп какой-то каменный. Опять я его пнул, но он улетел не отсюда, потому что там был забор. Блин, вот мне интересно, она еще будет мне помогать или нет? Она просто бегает что-то и заковывает их. Давай! Ну вот ё. Когда не надо, она их телепортает от меня. Когда мне надо их убить, она наоборот не помогает мне. О, вот, отлично. Ты меня спасаешь. И чё спасаешь? Ну окей. Ладно, я думаю, когда будет ближе к бою с Августиной, я продолжу, наверное.
Так, я уже прошел немного, встретился, зашел в дом и встретил Августину, то есть там буквально надо было подняться еще на, не надо, еще на две буквально таких приступочки, и мы встречаемся с ней тут, вот она летает в каких-то каменных оковах, стреляет в меня глыбами камней, которые, которые мне очень больно. И я ее, соответственно, должен убить ракетами. А постоянно она какие-то фигулины свои то пилы пускает, пытается меня как кусок мяса разрезать. Не трогай меня, нет. Нет, вот получи. Окей, что еще тебе нужно? Тебе ничего не нужно, мозг тебе нужен. Ну чё они не летят-то, ё? Почему они не летят, я не понимаю. Так, надо взять силу геймера. Стой, да не бей меня! Ты чё такая балалайка-то? Не трогай меня. Стой там. Да, нет. Нет. О, то есть я могу из этих оков выпутываться. Дай мне взять эту силу дурацкую. Все есть. А, блин, успела все-таки она меня немного зацепить. Но я зато взял все три ракеты. Первую попал в нее. Остальную не знаю. Блин, сейчас мне очень плохо. Ладно, буду стараться с ней бороться хоть как-то. Как что вот тут будет, я... Так, в итоге вот, вроде ей, я ей снес уже достаточно много. Постоянно сносил. И достаточно... Во, наконец-то! Во, да, ты прям... Смачный пинок я об стену прям ее. Давай, убить, убить. Да, отлично, убиваем ее. На тебя атака голубей. Вот, все, птичий грипп, там все дела. Хочешь мою силу? Да. А, сейчас опять, наверное, будут воспоминания, там все дела. Будь по-твоему. Да, точно. 7 лет назад мое подразделение отправили спасать людей от нового врага. Проводников. Людей, чью силу никто не понимал. Они умели убивать. А еще делать других такими же, как они. Я подобрала одну девочку. Она шла следом за мной, пока я пробиралась назад к батальону. Вместе мы прошли через погруженный в анархию город, где все хотели нас убить за то, кем мы стали. Обычные люди превратились в линчевателей. Их приводила в ужас мысль о том, что среди них могут быть проводники. Мы никого не трогали. Но они видели в нас чудовищ. А когда в город вошли военные, те увидели в нас лишь угрозу. Они были похожи на солдат из Battlefield. Я была проводником. Была солдатом. Двуликая жизнь. Но я не могла быть и тем, и другим. И чё же ты приняла решение. Убила девочку? Это был единственный выход. А, нет, она ее заковала. Сдав живым первого проводника, а, всё, я завоевала я доверие властей. То есть она всех проводников сдала. И это было только начало. И типа сама, ставшись проводником, она при этом стала они хорошей. Они дали средства на создание ДЭС. Они думали, что мы мутанты, которые ловят других мутантов. Но они не видели главного. Я то, хотела спасти тупая, как можно больше проводников. Проводники. Если металлы, моим собратьям там суждено собирала было выжить, то только за стенами Кердан-Кей. Кердан-Кей заключал он туда всех своих проводников. Ну, не своих, всех проводников. 7 лет. Я берегла. А что они делали? Я никому не дам погубить свой труд. Ладно, хорошо. Что написано на ковре? Море. Не тебе. 7 лет ты просто держала их в заперти. Да. Распахнул бы для них двери Кердан-Кей. Выпустил бы всех. Да, именно так.
Что они делают? Почему они так медленно встают? А у меня безопасно. Они живы. Выпустишь, они и недели не протянут. Так скажи мне, кто из нас спаситель? Я спаситель, а ты... Балалайка. Теперь у нас у обоих есть эта сила. Да. Только нюанс. Какой? Я 7 лет училась ей управлять. А, круто, но я ее только что получил. Эй, стой, я же тебя победил. Что это за каракатица? Эй, а у меня даже ничего нет пострелять, там все дела нет. Что ты делаешь? Ох ты ё. Мне нужна какая-нибудь фигня, чтобы вот, наверное, то, что он попросил, потому что хоть что-то, чтобы я мог ее атаковать, уж что жизнь у нее, как я вижу, вот сверху дофига. И она ползет на своей. А, вот кто это. А, Юджин, наверное. Странный какой-то очень. Делсин, держи. Че еще? Вот тебе один. И хватит тебе. Давай, все, так, я собрал какую-то силушку непонятную. Что я могу делать? Ну, наверное, как и все силы вначале, это будет атака, типа пулемет или нет. А, нет, просто типа мы получили способность ежа. Мы еж теперь. Только не в тумане, а в полной жопе, потому что нам надо сражаться с этой Августиной, которую я уже победил, но она почему-то откуда-то призвала какого-то муравья-червя. И он меня атакует. То есть я даже ничего делать не могу. Полегче, полегче. Не надо ничего так делать. Я же не могу просто бегать. Мне нужно что-нибудь атаковать. А, у меня больно. А, вот она биг ёж. Чё? Ты чё в меня? А, я думал, он в меня кинул этот ретранслятор. Ах, очень больно. Тихо. Тихо-тихо, не надо поглотить. Да, все, отлично. Вот, опять этот змея какая-то. Что я теперь получил? Вот теперь, наверное, пулемет каменный. Ну, да. Каменомет какой-то. Мы теперь супер еж с каменометом. Ну что, давай, окей, постреляемся. Муравей. От нее пока бегаю, ничего я больше не могу сделать. Так, скинули мне еще один ретранслятор, и у меня теперь сила есть, магия какая-то, фей-магия, и у меня ее мало жизни, я надеюсь, что я сейчас убью. Нет, не сейчас. Давай, да, я там вкачал уже пару способностей, осталось и одну ракету пустить. Есть, все отлично. Мура, о, кто выпал? Знакомая. Опа, не ожидала, да, своей же силой получилось себе воспоминание. Опять. Когда пыль наконец улеглась, сквозь бетонную оболочку были видны только глаза Августины. Но наполнявшую их ярость теперь сменил страх. Здрах. Мы разрушили ее крепость. Офигенно, ее подрались. Армию. Опять солдат из Battlefield. Ее планы на будущее. Дюб. Скоро весь мир узнает, что она проиграла. Ну конечно, она же была злодейкой. Свергнута геймером, торчухой и провинциальным хулиганом.
Толпа ликовала, видя, как уносит Августину. До этого никто и представить не мог, что люди и проводники будут заодно. А теперь я открыл новую эпоху. Те проводники, что годами сидели в застенках Кирдан-Кей, скоро снова выйдут на свободу. А, то есть он и выпустил всех проводников. И будут жить, как хотят, и сами выбирать свое будущее. С кольцами на руках какими. Сам же я получил, что хотел. И тебе надо... И теперь... Помочь. Должен сдержать обещание. Обещал он помочь людям, которые пострадали от этой силы. А помочь можно только с помощью этой же силы. Нелсон. Это его тетушка, но, по-моему, я не помню. Ты. Их нет. Да. Вот, она была ранена этой силой, как раз бетоном каким-то закован, у нее была нога. Но сейчас из-за того, что... Остальные? Я только пришел, начал с вас. У него есть эта сила, он теперь может исцелять там все дела. Ты спас меня. Костюм героя у меня теперь. Хорошая репутация. Мэг, Амиша, мы своих не бросаем так. Всю игру прошел за героя. Только хорошее действие. А где Реджи? А вот Реджи-то... О нем я рассказал в предыдущей серии. Реджи. Да, Реджи у нас погиб. Реджи так спас. Как раз был его брат. Ну ладно, в принципе, игру мы прошли. Что-то он рисует. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я люблю тебя, брат. Оставляйте комментарии. Всем спасибо. Мне будет тебя не хватать. Всем пока.